Глава государства подчеркнул, что ситуация в Костанайской области находится под контролем. Приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия. После облета пострадавших от природных пожаров территории в Аулиекольском районе Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба. Президент Казахстана призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний. Наряду с этим глава государства отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть свои дома. Тиісті тапсырмаларды бердім. Өртті тоқтату үшін қажетті шаралар қабылданды. Осыған орай барлық ресурсты дереу жұмылдырдық. Қостанай облысынан басқа аймақтардан техника мен қажетті мамандар уақытылы жеткізілді. Төтенше жағдай министрлігіне, ішкі істер және қорғаныс министрліктері ұлттық ұлан көмекке келді. Бұл жұмысқа орман шаруашылығы мен орман күзетінің жұмысшылары және темір жолшылар тартылды. Қазір төтенше жағдай бақылауға алынды. Өрт болған ауыл тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Глава государства также встретился с личным составом подразделений Министерств по чрезвычайным ситуациям внутренних дел и обороны, а также с добровольцами, задействованными в тушении пожаров. Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество и отметил, что они будут представлены к наградам и премиям.